Приветище, это Five Nights at Freddy's Security Breach. В общем, я так подумал, я ни разу не играл в серию FNAF, и надо с чего-то начинать. Хоть и большинство писало поиграть, и большинство писало не играть, мол, уже дофига кто что поснимал, все уже все видели. Но я решил, я для себя поиграю, ну и сниму, а там уже все разберемся. Короче, поехали. Немножечко порулил в этой игрухе, чтобы понять, что, кого, к чему здесь разборки эти местные, пугалки. Ролик этот не буду смотреть, тут показывается, как они выступают. Это, оказывается, музыкальные боты. Ну, не только музыкальные, они детишкам дни рождения помогают проводить. Торт из них вылазит, оказывается. Вот, это аниматроники. И сейчас мы окажемся в одном из таком боте. В общем, к истории возвращаемся. Мы выступали, ну, Фредди выступал, он там начинал петь. И произошел какой-то сбой. Он, короче, рухнул на сцену. Уже пора выступать, но у меня возникла неисправность. Цикл зарядки не завершен. Тихо! Ты можешь заткнуться? Кто это сказал? Это я. Я здесь внизу. Где внизу? Я тебя не вижу. Ладно, слушай. Пока ты спал, я открыл люк у тебя на животе и забрался внутрь. Люк на животе? Это место предназначено для больших праздничных тортов и пиньят. Это место не для игр. А, значит, Грегори, Гриша, Григорий зовут парнишу нашего. Значит, выходим мы из живота нашего Фредди, другана. Вот ты где. Не сканируй меня, я просто ребенок маленький. Сканирование завершено. Как странно. Твой профиль гостя мне не знаком. Кто ты? Я Гриша, Григорий. Я Грегори. Грегори. Я сообщу об этом в главный офис. Черт, ошибка подключения. Мне не удалось подключиться к основной сети. Это она. Она отключила тебя. Она не позволит тебе вызвать помощь, пока не найдет меня. Кто? Кто ищет тебя? Твоя мама? Я слышу шаги. Смотреть в окно. Ну, пойдем посмотрим. Это сотрудница службы безопасности. Она может помочь. Не-не-не-не-не, я ей не верю. Почему нет? Я не знаю, кто она, но она пытается поймать меня. И вообще, ты можешь говорить не так громко? Возьми это. Это сувенирные часы Fast Freddy. Забираем часики. Причем странно, они как-то открываются. Все в подарках. Часы Fast. Открываем, смотрим. Чё это? Я отправлю тебе зашифрованное сообщение. Привет, Грегори, это я, Фредди. Я провожу тебя до главного входа. Однако я не могу покинуть эту комнату. Тут есть кнопка, которая открывает сервисный шкаф. Но я запрограммирован ее не замечать. Она должна быть где-то рядом. Найди ее. Окей, без проблем. Кнопочка. Кнопочка где-то здесь. И вот она, собственно. Фредди ее не видит, а мы, видим, открываем. И мы можем отсюда выбраться. Отлично, Грегори. В ремонтном помещении есть открытая шахта вентиляции. Тебе нужно проползти через систему вентиляции и выпустить меня снаружи. Окей, я тебя сейчас выпущу без проблем, бро. Па-па-па-па, погнали по вентиляции. Здесь, конечно же, мы увидим с тобой других аниматроников. Вот, например, Рокси. Она стоит возле зеркала и смотрит на себя. Вон она. Рокси, это, по-моему, волчица, да? Все, посмотрели на Рокси, ползем дальше. Она говорит, что она прекрасная, что у нее хвост отличный. Аниматроник, который любуется своей красотой. Да. Это же просто жестянка, консервная банка. Ладно, не страшно нам пока что. Пока все очень славно. Здесь, как мы слышим, разруха какая-то. Здесь кто-то что-то ломает. Темнота, ничего не видно. Очень плохой свет. Идем дальше. Мы, короче, сейчас проползаем с тобой через все комнаты аниматроников. Так, здесь тупик. Нам сюда. Сейчас мы встретим еще одного. Посмотрим на него. Где-то здесь. Вот. Это у нас Чика. Вон она на гитаре брынкает. Хоть кто-то делом занят. Все, вылазим с вент шахты. Это у нас фойе. Ну и тут нам говорят, что леди и джентльмены, благодарим вас за внимание и надеемся, что вам понравилось наше шоу, где, собственно, Фредди скачегрыжился, и мы в него взобрались.
Фредди с группой довольно сильно устали, но они вернутся на следующей неделе после нескольких дней полного техобслуживания. Вот она красотка стоит тут. Ладно, пошли посмотрим на других. Вот здесь вот комната, где все выключено. Здесь у нас крокодайл. Написано: «Сори, извиняемся за то, что вы не можете наблюдать за этим чуваком». Там, короче, конкретная разруха. Здесь видно, что дверь тоже покоцана. Чтобы туда пройти, требуется 5-й уровень. Но мы туда не пойдем. Рокси, которая любуется с собой в зеркало. А вот и Фредди, здорово. Я здесь, Фредди. Сейчас я тебя открою, сейчас я тебя вытащу. Конечно же, не открою. Все не так просто. Дурацкая дверь закрыта. Оу, тебе понадобится пропуск с фотографией, чтобы открыть дверь. Прости, я думал, что он у тебя уже есть. Скорее всего, его можно найти у прилавка с едой. Все, пошли искать карточку. Здесь еще сумочки валяются. Я думал, что в сумках что-то интересное, но на самом деле там какая-то фигня, типа записок. Можно было просто листочек оставить и все с замечанием. Тут вот, например, мы в сумке нашли жалобу клиент. Мы заплатили за мега-делюкс вечеринку с Глэм Фредди, но Фредди сломался сразу же после выхода на сцену. Мы платили, чтобы он спел дочке поздравительную песню у столика. Он должен был вручить ей торт. День рождения моей девочки испорчен, я требую вернуть деньги. Окей. Значит, нам теперь нужно пройти в место, где есть еда. Это сюда. И вот здесь вот у нас... Смотри, написано, типа, бесплатное фото. Всего одно. Где можешь сфоткаться? Я хочу сфоткаться, привет. В эту дверь нам не пройти, доступ 4 нужен. А вот, собственно, подарочек, в котором есть карта доступа. Пропуск с фотографией. Все, возвращаемся к Фредди. Ты молодец. Теперь выпусти меня, пожалуйста. Я почему-то думал, что Фредди... Он будет злодеем. Типа он пользуется нашей ситуацией сейчас. Так, держать здесь, да. Я знал, что у тебя все получится. Красавчик. Я знаю, как можно вытащить тебя отсюда. Забирайся назад в полость моей груди. Время еще есть. Но нам нужно торопиться. Если меня заметят, то отведут назад в мою комнату. Я проведу тебя к главному выходу через технические коридоры. Это самый безопасный путь. Ладно, но лучше смотри под ноги. Не хочу, чтобы меня раздавило и скрутило в сосисочку. Все, залазим внутрь. Еее! Новое задание. Добраться до главного фойе пиццаплекса. Самое крутое, что нам дают этими аниматрониками поуправлять. Это прям кайфец. А, но тут видишь, сложность в том, что вот это ворота не открывается на всю, чтобы пролезть. Но у нас есть другие черные хода для наших аниматроников. Побежали, побежали. Можно просто спрыгнуть? Нет, не получится. Аниматроники прыгать не умеют. Опа, 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 опа. Это скелет аниматроника, скорее всего. Пробежал, я еще не разобрался точно. Уборщики. Вот такие вот безобидные. Эй, малыш, если ты тут, скажи что-нибудь. Она внизу, мы должны вернуться. Не волнуйся, Григорий. Даже если нас заметят, со мной ты будешь в безопасности. Она не заподозрит, что мы путешествуем вместе. Однако нам все равно не стоит попадаться ей на глаза. Если меня отправят в мою комнату, мы не успеем добраться до фойе до полуночи. Я чувствую, что ты сломан. Я в порядке, Фредди. Нет, я чувствую, что что-то не так. Я отведу тебя в пункт медицинской помощи. Но это нет времени, я в порядке. Подожди, стой, не надо. Он сейчас бежит сам, я ничего не делаю. Вот медпункт. Странная коробочка, похожа на фотобудку. Ладно, пойдем. Спрятаться. Охранец. Фредди, во время блокировки ты должен сидеть у себя в комнате. Я не знаю, как тут оказался офицер Венесса. Ну, сегодня ты отличился по полной, твоя система дала сбой, и ты сорвал шоу. Теперь специалисты отдела запчастей и обслуживания ограничили тебя по питанию. Говорят, что это мера предосторожности. Извините, офицер. Ладно. Слушай, до закрытия осталось 15 минут, но тут за кулисами ошивается какой-то мальчишка. Если видишь что-нибудь, немедленно сообщи мне. Я уже уведомил остальных. А теперь возвращайся в свою комнату. Вот так-то. Причем шторку задвинул, когда она повернулась ко мне. Говорил же тебе, она хочет меня поймать. Я ничего не сказал, ты в безопасности. Пойдем дальше. Ну, пошли. Ну так вот, я думал, что Фредди, он типа
плохиш, он пользуется моей ситуацией, то, что я могу ему помочь выбраться отсюда. Но это как бы не точно. Если я не прав, напиши мне в комментариях. А где это мы? Сейчас мы находимся под пиццаплексом. Эти технические коридоры соединяют все аттракционы между собой. Мы можем пойти куда-то еще? Верно. Вазовласт, Гольф Монти, Гонки Рокси. Все эти места открыты для ботов-сотрудников с достаточно высоким уровнем доступа. Гостям здесь находиться нельзя, однако твоя ситуация особенная. О, ништяк. Я в особенной ситуации, значит, мне это все доступно. Балдежно. Низкий заряд. У Фредди садится батарейка. Это прям не очень круто. Он нас выплюнул. О, сумочка. Мне ужасно жаль. Цикл подзарядки не был завершен, когда я нашел тебя. Дальше тебе придется идти без меня. Я свяжусь с тобой через часы фаз, если ты вдруг попадешь в неприятности. Не знаю, получится ли у меня сделать это в одиночку. Как он быстро убежал под зарядку. Как в туалет. Ну ладно, давай покеда. Значит, что у нас тут есть? Вот это сохранялки, да, я разобрался. Я уже пару сохранялок пропустил, но пока что все было ок. Дальше начинается самое эпичное. Собрал сумочку. В сумочке опять какая-то фигня. Давай почитаем. Внимание работников кухни. Перед закрытием смены все продукты должны быть убраны на хранение. Чику уже замечали за поеданием объедков из мусорных ведер на кухне после окончания рабочего дня. Ремонтировать ее дорого, и эта сумма будет вычтена из зарплаты работников кухни. Руководство. Ха, аниматроник, это ж робот, да, они не едят. Но вот у нее, у Чики, есть какая-то предрасположенность к поеданию мусора. Перезаписать сохранение. Все, пошли дальше. Так что Чика тоже уже поломана, по всей видимости. Это Чика. Может, мне удастся ее чем-нибудь отвлечь. Ну, давай присядем. Я как бы знаю, как здесь пройти, потому что уже играл здесь. Но, думаю, можно чуть-чуть и скримить. Чика, иди обниматься. Давай обнимемся. Ууу, какие у тебя губки. Нет, у тебя не губки, у тебя клювик. Ну вот, собственно, нас поймали. Они нас не жирают, они просто обязаны были нас поймать по указке охранницы. И доставить ей. Ну что, дубль 2. Быстренько кидаем, бежим сюда. Она уходит, мы присели, нас не видно, мы на стелсе. Здесь она жрала мусор, туалетную бумагу и прочую всякую лабду. О, пиццу! Эта область закрыта для посетителей, говорит Чика. А мы тихонечко вот так вот уходим. Ой, в стенку уперся. Все, мы обдурили ее и убегаем отсюда. Все, изи-бризи, налегке. Диванчики, сумочки. Вроде тут ничего не было. Еще одна комната. Вот, по-моему, я до сюда дошел. Дальше я уже не знаю, что будет. Поэтому... считай, как в первый раз играю. О, сохранение. Давай сохранимся на всякий случай. Когда видишь сохранение, лучше сохраниться, учитывая, если ты не играл ранее. Потому что дальше может быть всякая стрёмная лабуда. Итак, здесь нет прохода. Для аниматроников аят пройти могу, в принципе. Хотя меня туда не пускает. Вот ты где! О, крокодил, здорово! Я думаю, надо бежать, да? Можно повернуться к нему? Ну, он не шибко, по-моему, бежит за мной вообще. Лентяй, крокодил. Так. О, вот сюда. Рокси что-то там кричит. Я думал, все, он сюда не пройдет. О, и Рокси тоже здесь. Тут нашелся мальчик и меня сожрал крокодил. Ну, в смысле, он не сожрал, он... Я вот не понимаю, они просто меня ловят, но почему-то делают вид, как будто меня жирают, да, своими пастями. Ну что, попытка номер 2. Сразу же бегу. Я не поворачиваюсь назад. А, тут заскриптовано, тут обязательно повернешься назад. Все, бежим. По левую руку сейчас будет Рокси. А мы бежим в лобби. В лобби. Выбегаем. Выносливость кончилась. Куда мне бежать-то? Вот сюда, наверное. Давай, выносливость. О, черт. Ты нашелся, мальчишка. Нет, я убежал. Ха-ха. Попробуйте меня поймать и по лесенке-то. Вам тягостно будет по лесенкам бегать. Все, кажется, мы скрылись от них. Здесь робот нарисован. Полицейский участок? Что? Как? А, комната охранника. Ух, сколько тут жетончиков. Отлично, Григорий. Ты нашел комнату охраны. Там ты будешь в относительной безопасности. Двери сконструированы таким образом, чтобы защитить... квалифицированных охранников в чрезвычайных ситуациях. Пока двери остаются закрытыми,
а они будут оставаться закрытыми, пока достаточно электропитания. Фредди, энергия осталась всего 15%, и они пытаются выбить дверь. Как мне отсюда выбраться? Сохраняйте спокойствие. На пульте охраны есть интерфейс. Подожди, я его сейчас включу. Вот так. Теперь ты можешь активировать протокол системы безопасности. Ну давай попробуем. Теперь твои часы ФАС подключены к системе камер видеонаблюдения. Взгляни на карту. Сейчас, подожди. Посмотрим на камеры. Входим в ФАС. Квадратики на мини-карте — это ближайшие камеры наблюдения. Если датчик камеры заметит движение, ты должен увидеть красные значки тревоги. Переключайся между камерами, чтобы найти безопасный путь из комнаты охраны в главное фойе. О, снова стелс, отлично. Так, значит, вот здесь мы. Зеленый квадратик, значит, все ок. Уменьшить, приблизить. Смотри-ка, Чика опять мусор хавает. Все похавало. Дальше пошла. Ладно, выходим. А сколько у нас процентов тут осталось? Где я видел-то эту надпись? Ладно, пошли, короче. Все, сохранились. Пошли. Укрытие. Мы можем прятаться в колясках, в фотобудках и в ящиках. Окей. Пойдем. Я бегу, бегу, бегу. Ой, вот оно. Грегори. Я могу здесь прятаться? Могу. Она... Я просто не понял, она меня впалила или нет? Давай-ка камеру посмотрим. Я вот не понимаю, как я... А, вот, вот так вот через камеру можно переключаться. Все ясно. Значит, я вон в том углу. Вот здесь вот. Она вроде ушла, можно вылазить. Пойдем. Так, она обходит по кругу, по идее. Я тоже сейчас по кругу обойду. Давай посмотрим еще раз камеру. Ага, вот она идет, а я вон там где-то нахожусь. Она бежит или мне показалось? Все, выходим. Выходим отсюда. Изи просто. Мегапиццаплекс Фредди Фазбера закрыт. Выполняется запуск ночных проектов. Ой, все закроется. Нет, нет, подожди, я все еще здесь. А, что же мне делать? Мне очень жаль, Грегори. Ты упустил свой шанс. Но надежда все еще есть. Ты можешь сбежать, когда в 6 утра откроются защитные двери. А пока продолжай двигаться и пытайся не привлекать к себе внимания. Если отсюда есть другой выход, я помогу тебе его найти. Обещаю. Блин, Григорий. Меня бесит ты, Фредди, и Григорий. Почему нельзя было подойти к охраннику, она бы явно отсюда тебя вывела? Почему все нужно было усложнять? Я не понимаю. И почему ты хочешь отсюда выбраться тут же так прикольно? Странный какой-то ребенок, вообще нелогичный. Че, нужно двигаться, да? Пойдем посмотрим, что у нас здесь. Чтобы пройти через эти турникеты, тебе понадобится бесплатный входной билет в пиццаплекс. Такой билет должен быть где-то у главного входа. Ну, вот в главный вход, по идее. Может, тут что найду? Нужно искать подарок. Ищем подарок. Он где-то... Подожди. Я думал, это подарок, а это скамейка. Здорово. Привет. Че, кого, ребята? Я только что видел, как твоя швабра провалилась в пол. Читер. Что такое? Меня кто-то впалил или все? О! А ты как здесь? Откуда ты? Я просто пытаюсь помочь. Иди сюда, мальчик. Блин. Как ты меня нашла? Ну вот странно, да? Вроде никого нету. Почему бы тебе просто не перепрыгнуть? Тебе обязательно нужен билет. Вообще дичь какая-то. Просто фейспалм. Всегда напрягали такие моменты в играх. Вот попкорн есть, да? Пустой. К сожалению, пустой. А здесь? Здесь можно пролезть? Просто перепрыгну? Нет. Обломись, ты нигде не перепрыгнешь. Подарочки, подарочки. Ай, где ж тебя найти? А, вот он, собственно, стоит-то прям. Вот смотри, о. Да. Я, кстати, слышу. Чика, что ли, ходит тут или нет? Еще бы стрелочками показали, что здесь билет пропускной. Все, билет у нас есть. Я думаю, что мы сможем... Кстати, я вот попался роботом, и, возможно, они сейчас Чики передали информацию. Типа, Чика, он здесь. И она сейчас сюда прибежит. Все, мы можем теперь зайти через турникет и проходим. Отличная работа! Тебе удалось попасть в фойе. К сожалению, бесплатный входной билет не позволит пройти в пиццерию. Что это такое? Это кто? Это что? Блинский.
Это охранник меня так поймал? Офигеть. Так, ладно, бежим наверх. Куда глаза глядят? О, фотобудка, отлично. Сейчас я сюда и спрячусь. Пофоткаюсь. Можно пофоткаться? Не, не работает фото. Фотопас сделать нельзя. Че сюда залез? Я хотел совместить приятный с полезным. Че, вылазим? Так, посмотрим. Вроде меня не палят. Чика-чика-дрика. Вон есть сумка, надо ее забрать. Вон она, чика. Ух ты, какой мочик. Сюда можно только персоналу. Этот билет не годится. На нем написано, позволяет посетить магазины в фойе. Для улучшения обращайтесь в службу по работе с клиентами. Также можно обменять на бесплатный приз в отделе Glamark подарки. Интересно, что это за бесплатный подарок? Кто хочет конфетку? Да ну нафиг. Я не пойду к тебе. Я посижу и здесь попержу на красный диванчик. Наши дружелюбные охранники помогут тебе. Эх, цыпа-дрыпа. Ну все, ты ушла. Можно вылазить, да? Она вниз ушла. Отлично. Шикарно. Вот сюда, может быть, пройдем. Этой двери нужен билет в детсад. А здесь? Он там что-то говорил. Подожди, может, в частях есть какие-то... Что-то я здесь немножечко очкую находиться. А, вот, этот Глэм как-то там магазинчик. Здесь тоже охранник, по-моему. Вон он, охранник. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Надо, чтобы нас не запалили. Черт, кажется, нас спалили. За стойку забежим. Есть что свистнуть? Не, нифига тут нету. Могу в эту... Эта область закрыта? Да чтоб тебя! Вот меня охранники больше пугают. Все, я зашкерился, я зашкерился. А как ты оказалась здесь с другой стороны? Понять не могу. Где ты? Я тебя найду. Че, такие все захотелось, знаешь? Жареной курочки. Можно я вылезу уже? Охранник, дрисни отсюда. Сейчас он развернется, и я отсюда. Я вот так вот сделаю. Опа. Пакет. А, она вон как сюда зашла. Ясно. Так. Где-то здесь... Я как-то могу обменять билет. А, вот, подожди. Наверное, вот тут. Магнит с мистером Гиппо. Это стрёмный магнит с мистером Гиппо для холодильника. Вот, отстой. Мне очень жаль, Григорий. Сюда можно. А, это Чика говорит. Блин, субтитры пересекаются. Это не круто. Так, значит, надо на втором этаже поискать карточку. Окей, поднимемся наверх. Эй, цыпа-дрипа, ты отсюда свистнул? Ищем снова подарки. Навряд ли он тут есть. Ууу, как страшно. Зачем охранник берет меня и светит своими глазами? Я вот это не понимаю. А, вон, цыпа-дрипа, бежим отсюда. Все, уходим. Григорий! Так, крикнуло стрёмно. Так, а где еще может быть... По... О, вот в эту дверь я не ходил. Пойдем зайдем. Посмотрим, что у нас здесь. Снова охранники. Черт. Чертовы охранники. Стой, не свети сюда. Не свети ты в мою сторону. Подарки есть? Вот сюда он не заедет. Тут сумка есть. Че там в сумке? Почитаем. Спасибо за обращение в сервисную компанию. Быстро и дешево. Мы проверили... предварительную инспекцию системы вентиляции и не выявили никаких неисправностей. Никакого громкого лязга, грохота и скрежета во время инспекции не наблюдалось. Позвоните нам, если проблемы появятся снова. Счет прикреплен к письму. Кит. То есть проблемы с вентиляцией какие-то были. Так, так, так. Так, там, там. Вот сюда бежим. О, мы на кухне. Здесь Чика. Мусор воровала. Как мы узнали из письма. Спрятаться могу. О, подарок. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что у нас здесь? Игрушка Глэм Чики. Вот. Если бы она меня не искала, я бы сказал, отличная игрушка. А так?
Мы опять через тех помещения бродим. Пицца, игрушка. Сюда не пройти, а сюда можно. У охраны мы, да? Снова. На ресепшене. Окей. Спрятаться можно, видимо, вот сюда. Ну, я думаю, что тут навряд ли есть подарок. Сколько ящиков. Открыть их нельзя. О, сумка. Еще одна. Давай возьмем. Сумка, сумка, сумка. Поможет нам пройти. Почитаем. Привет, Дэйв. Жалоба клиента. Увольте Дэйва. Он душнило. Забавно. Тут же в заданиях написано улучшить бесплатный билет с помощью автомата улучшения. А где мне этот автомат найти? Значит, ищем автомат, а не подарок. Меня тогда Чика перебила субтитрами, и я не увидел, что Фредди тогда говорил, или я отвлекся. Ну, короче, неважно. Грегори. О, можно кнопочку нажать. А ты сюда не пройдешь, что ты на меня смотришь? Сюда никак вообще. Как ты это сделала? Ты даже... Она даже кнопку эту, по идее, не видит, как говорил Фредди. Она каким-то макаром вошла. Короче, я тебе вот про эту кнопку говорил. Вот я ее нажимаю, а ворота открываются. Как она это сделала, я до сих пор не понимаю и негодую по этому поводу. Можно здесь тоже откинуть турникет? Нет, нельзя. Значит, вон сумка, я хочу ее взять. О, блин. Так, где-то здесь видел... Где-то видел... Твою ж налево! Так, бежим наверх. Бежим, 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 бежим. Тут охранник. А здесь моя спасительная коляска. Все, выбираем с нее. И бежим. Охранник за мной бегает, да? А мы его обдурим. Тут с охранниками вообще лафа. Ой, кажется, он спалил нас. Значит, возвращаемся вниз за сумкой. Я хочу узнать, что там есть в ней. Она прям так подсвечена, интересно. Так, внизу, я внизу. Выпрыгиваем. Черт, забираем. Да, отойди ты от меня, висячий охранник. Чика сейчас прибежит. Она где-то там, она где-то есть. А я в колясочке. Давай почитаем, про что там, как там. О, нифига себе, сколько тут камер появилось. Надо почаще заглядывать в камеры. Так, по сообщениям. Что я там подобрал? Легкие деньги. Здесь работал мой родственник. Говорит, что автомат улучшений можно обмануть магнитами. Отправляйся на фаз-площадку. Там через заднюю дверь можно попасть в помещение службы по работе с клиентами и взять пачку билетов. Буду ждать тебя снаружи. Если услышишь роботов, просто спрячься, пока они не уйдут. Ты справишься. Ха! Хорошая подсказочка. Служба по работе с клиентами — это та зона, где меня поймали, короче. Сейчас мы вылезем отсюда аккуратно. Я эту цыпу-дрыпу. Ой, прям перед ней вылез. Я обратно залез. Стой, ты меня не... Да, блин! Ну, вроде бы как. Вот она, эта клиентская комната. И здесь должен быть автомат. Получше... Вот, наверное, это он. Да? Возможно, нет. Даже невозможно, а скорее всего, точно нет. Откроем на всякий пожарный вот эту дверь, потому что аниматроников они все равно не держат. Не останавливают. Так, где же тут может быть автомат? Что? А, в коляску спрятаться можно. Пожалуй, я сейчас этим воспользуюсь, да. Надеюсь, она не подойдет прямо ко мне и не откроет нашу коляску. Твои родители велят тебе пойти со мной. Ага, конечно. Это обувь... Да в смысле, как так получилось-то вообще? Короче, все. Пошло оно все этой цепи-дрипи в глотку. Короче, если тебе понравился FNAF в моем прохождении, ты хотел бы увидеть продолжение, ты знаешь, что делать? Ставить большие пальцы, то есть лайки под этим видео, подписаться, чтобы не пропустить следующих роликов, ну и просто быть бодрячком. А на этом все, пока, увидимся в следующих роликах. До встречи!